Я хотела поблагодарить вас всех за то, что вы пришли сегодня в такой день. Мы сегодня не смогли пригласить много людей, но мы сегодня хотели сделать праздник для художников. Дорогие художники, наши любимые, которые украшают наш мир, которые держат этот мир вот еще в равновесии, в таком хрупком, сегодняшний праздник мы посвящаем вам. Поэтому вот отдохните, получите удовольствие, потому что вы сделали такой праздник на стенах. То, что мы здесь видим, это 22 художника. И это надежда в светлое будущее, это надежда в чудо, которое в следующем году обязательно случится. И мы надеемся, что следующий год нам принесет перемены, и мы будем уже делать выставки не вопреки, а с удовольствием, с большим и в больших масштабах. Так что я хочу поблагодарить хозяина этого дома, гостеприимного Тауна. Тауна, огромное спасибо от всех нас. Мы вас... Конечно, благодаря таким людям как раз жизнь продолжается, да. Который может собрать, созвать, вот, подарить вот это все чудо прекрасное, хотя прекрасно знаю то, что все, кто здесь присутствующий есть, у каждого тоже есть свой вклад. И честное слово, когда дедушка Мороз сюда пришел, я понял то, что нету никаких болезней. Нет никаких таких вот тяжелых, страшных страданий, потому что есть вот светлое, светлое то, что нас потом ждет. Потому что когда смотришь на все это, оно в тебя входит, тебя изнутри освещает и проходят все болезни, все проблемы забываешь. И спасибо вам огромное, милые, дорогие люди творческие. Вы часто делаете не то, что делают там технические работники, которые... Прогресс нам, труб больше делают дымящихся, колес вращающихся и так далее. А вы самое главное делаете. Вы помогаете нашим душам выживать. Спасибо вам огромное. Дедушка. Дедушка. Спасибо, что ты пришел сегодня и украсил так наш праздник. Но я бы хотела тебя, можно я познакомлю с нашими художниками? Конечно, можно, конечно, да? Конечно. А ты дальше поедешь и расскажешь, что да. И в Америку, и во Францию, и что есть такие художники, и в Финляндии, и в Норвегии, везде расскажешь, что есть такие художники, что мы хотим там выставки делать, мы хотим украшать этот мир. Ты расскажешь, правда? А я познакомлю сейчас, да? Можно, можно. Вот у нас есть новый. Можно и сюда, Алексей, к нам. Пожалуйста. Здесь волшебный мешочек. Салют, тут случайно весь оказался. Поэтому сейчас сразу подарок. Глубокий мешок. Глубокий, большой. Спасибо большое. Звезда. Хотя, по идее, надо было бы сейчас по всем традициям стишок с вас потребовать. Да. Мы сейчас еще. Помню, место золотое. А, ну, у него есть кому отдуваться. Спасай, Паша. Ни одного такого. Ну, подготовиться. Ну, хоть что-нибудь. Подготовиться. Так, все, теперь Верочка. А Верочек, мы сюда, мы рядом с вами. Всем порадуем. Я тоже только рисовать вместе. Да. А не часто наши художники участвуют. Чем-то порадуешь? Ну, спасибо. Тауна Канга, наш любимый. Спасибо большое, спасибо. Да, кого и кто у нас? Вот Станислав Антипов, пожалуйста, да. Владимир Бачев. Никого не пропустила, а остальные у нас сидят на карантине. Много художников, это такая позитивная энергия. У нас очень удалось хорошо с Владимиром Пачу. И вот всегда чувствуется, что есть от коллег что-то учиться.
И видеть здесь, я не знал, что у нас 22, я думал, это там 15. Но я не читал не до конца, наверное. Но я понял, что очень много учиться и так много интересных эмоций. А так тоже можно. Вот. Это все время у нас есть что учиться. И это самое такое важное, что и позитивная энергия, вот это было правильно сказано, что позитивная энергия делает добро, и вот красота спасет мир. Да. Браво. 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 Браво.